Самая смелая у нас. Помните, как вы там выступали? Как вы это? Все боялись задавать вопросы, а вы не боялись. Да, наверное, не боится я ни у кого. Одной меня болела. Так ваше проще стало? Да лученько, конечно. Так, что... Мне нужен просто не полотенчик, а от вас. Вот это вот я брала на все процедуры. На все? И... Тогда ну, можно да. Было одно и то же. Как бы это... Ну, говорят, для этого баночную и... А какая разница? Это же одинаково. Можно было оттуда переселить и все. Хватило бы этого. Хватило бы одной просто не полотенца. Ну, я ж думала, можно этот... Что? А вот это меня... Сейчас я посмотрю. Съемки. Я у вас была на газетном 50. Сколько раз? Один раз. Так мало. Ну да. А это... почему? Это... Ну, так получается. Года сколько? 3 на 24, да, были? Ну, я не помню даже, когда давно. А потом только один, то по всем операциям, то я, в общем, проблема, а потом не могу к вам записаться, трудно. И вот это я проходила, мне назначили заменить тазобедренный. Ну, ты же уже поменял? Нет. А что с рукой? Что с рукой? Да, тоже ж не помню. У меня в эта вся сторона, как говорится, не работает. Интересно. Вот. И они, значит, назначили через год. А уже как раз больше два прошло. Я говорю, мы вам позвоним. И так не звонила. Я не Галерону, и вот это они мне там ну, советовали. А не врачи никого. Я, вот, а вы не дети войны? Дети войны. Дети войны, да. Ага. Ну, по идее, 42-го года. Я посмотрел по дате просто, поэтому. Ну, а что дети войны? Не, просто интересно. Я, правильно ли? Ну, да. Я... Господи, то ж дитё войны, отец погиб как раз в разведке, он разведчиком был, там на 12. Да. А я восьмая в семье, так что мне много. Одни болячки достались, а житья хорошего не было. И сейчас вот теперь клопчешь. Так, ну не будем, а, смотрите. Вот эта вся левая сторона, говорю, рука не поднимается. В общем, не все оно плохо, но эта сторона вообще, вот и замена. Да, интересно. А тот раз я у вас была, у меня нога вот эта же, и сейчас я не могу ни наклониться. Если я вот наклоняюсь, я вот эту же палочкой, чтобы туда достать, вот, смотрите, вот, вот сюда я вот этого достала. В эту сторону я не могу, вот, все, уже оно, это еще у меня легче чуть-чуть стало, а то вообще было. И я не могу ни одеться, носок, вот это я кидаю на пол, дверочку нахожу, пальчиками это, и палочкой подбираю, и я рукой никак не достаю, что это проблема. Вот. Потом у меня болят вот это, давно тогда еще, оно у меня было 10 лет, а то и больше вот это заболело. И я утром встала, и вставать на ноги, а это, если снимать уже надо. Да ну, у меня боль. Я вот так вот, сразу на эту сторону, а тут еще больней. И все, сознание потеряла, не знаю, я долго очутилась, и вот это руки, у меня вот это, можно болит сильнее тут. И сломанная, и накол, и с чашечки выскочена была, ну так врач сказал. Я в гипсу целых 2 месяца была, с обеих рук, ну и это тоже сломанная была. И что это? И вот это я так мучилась. А потом... Сидеть же, я сидя спала, я не могла лежать. И, наверное, на ноги вот такие короткие, и врачи, никто ничего не говорит. Они потекали, и вот, может, это повлияло, что же, кто его знает. Вы мне скажите, когда вы были на газетном, у вас что-то изменилось после того раза или не изменилось? Ну, так вот легче в основном. А ногу, ну, вы тогда мне сказали, что я не знаю, что вы тоже сейчас походите там туда-сюда, а... Наклоняться я не могу, так и сейчас я не могу это. Ну а так состояние чуть-чуть. Ни лечи не могу, вот это болит тогда бедренный, спать я не могу, боли. Ну, вы понимаете, что не все вопросы можно решить, но что можем, мы постараемся. Ну конечно, я слышала, что да, я
Так, да. Снимайте одеяние, будем уже начинать переборку. А вот это, о, господи, нога, тоже и колесо, я знаю, черных работ отработала, телега упала, на лошади ехала. Давайте снимать, я понимаю, проблем много, сейчас будем перебирать, то могу тогда утра болтать. Ну, падала все на ноги, может, я это поменяла, я же не знаю, что вот это я не могу. Так, может быть, возраст тоже ж идет, имеет. Ну, да, ну оно же уже вот это 10 лет, как говорится. Так, что, вы не залезете? Куда? Вот сюда. Голова, животики, лапки. Не торопитесь. Нет, я вот это, что она меня не поднимается. Чуть давайте ниже. Сейчас мы ниже опустим. О! Вам сколько лет? 82 полных марки. Детей войны. А руки сможете по бокам скинуть? По бокам. Еще раз так. Все, все, ничего не делайте. Расслабьте, ну, интересно делать. Ртом вдох-выдох. Чуть быстрее. Все, все. Так, левая перегружена. На копчик тоже падала, поскользнулась и падала. Посмотрим. Потерпите. Вдох, выдох. Терпимо, нормально? Вдох и выдох. Сейчас копчик посмотрим. Потерпите чуть-чуть. Терпимо, нормально? Да терпимо. Перерыв надо, будем делать, когда надо. Пока да. Вдох и выдох. Все, все. Так вы еще хотите на иглоукалывание, да, попасть? Так желательно, потому что я сама чувствую, что скукоженная, я вся напряжение, вот может быть немножко расслабиться мышцы. Сейчас добавлю током, не бойтесь. Угу. Так ей надо. Чтобы знал, как болеть.
Потерпи чуть-чуть. Еще немножко потерпеть. Руки можно так, можно под голову, как хотите.